Мохнатая азбука – стихотворение, которое знакомит детей с дикими зверями и птицами. В нем можно найти животных на каждую букву алфавита – от А до Я. Познакомить ребят с познавательной азбукой приехал артист Московской филармонии. Главная основа сверхзадачи этого концерта – именно детей, чтобы дети полюбили нашу литературу, чтобы они знали писателей, поэтов. И побольше читали. В лагере создают воспитательную среду, но доступную и интересную для ребенка. Поэтому урок был подготовлен в интерактивном формате. Дети отвечали на вопросы, играли, перевоплощались в героев и много узнали о людях, которые трудились над известными мультфильмами. Мне нравится мультик «Винни-Пух». Там мне понравилась их дружба. Как Винни-Пух и Пятачок дружил. Ребята узнали, что Борис Захадер был не только переводчиком, но и гениальным интерпретатором великих произведений мировой детской литературы. Он пересказал известную повесть-сказку «Винни-Пух» и «Все-все-все», «Мэри Поппинс», «Приключения Алисы в стране чудес» и другие, в том числе сказку «Бременские музыканты». Мне «Бременские музыканты» показала мне мама впервые, а потом уже бабушка мне книжку сказала. В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей. Ребята на протяжении всей смены ждут не только творческие уроки, но и спортивно-оздоровительные и патриотические мероприятия. Сотрудниками, нашими методистами, экскурсоводами, всеми нашими отделами была подготовлена очень большая программа для детских летних лагерей. В каждом школьном лагере Ленинского городского округа проходят тематические программы, проводят мастер-классы, интерактивные уроки, экскурсии, тематические встречи и другие виды активного обучения. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.